Хочу провести сравнение, значит, опор стоек. Это стойки автомобиля Toyota Avensis. Так вот, вот это вот то, что стояло, собственно, на машине. Ну, я так понимаю, это оригинал. Потому что у меня вот два комплекта стоек. Одни тойотовские какие-то там. Вторые Сакс. Вот, и на обоих стояли одинаковые. Так вот, были куплены изначально не оригинальные. Называются они, по-моему, Magnum. Что ли, что-то такое. Вот как можем видеть отличие. Это другой производитель СНР. Вот это значит СНР. Как можем видеть, СНР у нас практически то же самое. Здесь есть вот это вот резиновое посадочное гнездо под подшипник. Соответственно, СНР тоже есть. Здесь его нет. Нету. И подшипник здесь болтается. Как-то так. То есть, вот это вот полная ерунда. Имейте в виду при заказе запчастей. А вот этот вот вариант, он практически идентичен оригиналу. Может быть, это даже и поставщик на конвейер.